Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Светогорска в Донецкой Народной Республике за 3 дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, 6 танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, 4 установки реактивных систем залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 2 пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «Ураган». В районах Малиновки Харьковской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Звановка Луганской Народной Республики уничтожены 4 склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники вооруженных сил Украины. Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 63 района скопления живой силы и военная техника вооруженных сил Украины. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины, более 160 националистов, 8 танков, 2 установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области. Кроме того, сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченская, Коровий Яр, Пески, Радьковские, Донецкой Народной Республики, Изюм, Деркачи, Харьковской области и Чернобаевка, Херсонской области. Перехвачены 3 ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Чернобаевки, Херсонской области. Ракетными войсками артиллерии поражены 68 пунктов управления, 172 огневых позиции артиллерии вооруженных сил Украины, в том числе 2 батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины. В результате ударов уничтожены более 320 националистов, 4 склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, 9 единиц бронетехники, 3 установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и ОСА-АКМ в Верхней Роганке Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.